Первый месяц лета выдался для Беларуси необычайно теплым. Часто температура воздуха била все рекорды, а столбики термометров поднимались до плюс 35 и выше. Но в последние дни июня градус несколько снизился, и в страну пришло несвойственное для июля похолодание – сильным ветром и частыми дождями. Пока, по прогнозам синоптиков, жара и обилие солнца белорусам не светит. Ближайшие сутки по области облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывистый. Температура ночью от 8 до 13 тепла. Днем 16-21 градус. В выходные погода также существенно не изменится. Пройдут кратковременные дожди. Температура ночью 5-10 тепла, а днем 16-21 градус. Вторая декада июля ожидается ниже климатической нормы. Это 18 градусов. Будет прохладно. Лето, по прогнозам специалистов, придет только к концу месяца.